Называется мантрия. Часто человек, который начинает заниматься эзотерикой, задается вопросом, как долго или как мало. Дело в том, что с чем связаны саманы вот эти, особенно третий саман? Третий саман связан с увеличением энергетики воздействия или влияния. Один человек может так ненавидеть, что у того человека, которого он ненавидит, ноги, руки и машина поломается, и там в жизни счастья не будет. Это один человек может излечить другого человека, ему достаточно руки приложить, а третий там прошел все посвящения инициации в рейке, ничего не получается. Это все связано как раз вот этими энергиями саман. Саманам необходимо заниматься минимально год, а максимально... С чего я начинаю? Я начал заниматься саманом приблизительно 23 года назад. Ежедневно я уделяю этому 10-15 минут, как раз саману 3, то есть основные вот эти упражнения волна, гром, то есть вот эти вот упражнения, которые есть в самане, я их обязательно практикую 23 года. 23 года подряд. И это и говорит о том, конечно, мне не сложно там забрать боли других людей, я знаю, что с ними делать. Мне не сложно на расстоянии там помочь человеку, мне не сложно. Почему? Это связано не только с приемом, потому что очень часто люди работают над собой, то есть читают мантры для себя, работают еще с чем-то, и у них появляется или увеличивается энергия. А потом, когда они начинают или стараются... воздействовать на что-либо не получается. Почему? Потому что вот эти рычаги воздействия, их нужно нарабатывать. А это возможно только при помощи вот таких практик саман-3.